хорош. Где эти памперсы большие? Вон там. Вот эти большие. Так, что, давай будешь вести этот стрим тогда? Ну чего ты? Они, ну, сейчас будут добавляться. Я видео сниму, когда все начнут типа хавать, понял? Что выставить? А. Стрим же мы не выставим. А, ну так ты его просто тогда не закрывай, типа. Надо куда-то просто телефон поставить. Не, да надо ходить смотреть, типа. Мы кормим людей. Молодой человек. Да. Если вам нужно вот эти, да. Я вам. Хорошо, да. Давайте. Они фитненькие, закрываются, они все. Пожалуйста. Хорошо, спасибо вам большое. А потом мой внук. Угу. И вот внук, а вот мы. Хорошо, что вам надо, что вам дать? Вот салфетки, чтобы там... Салфетки влажные вот дать? Салфетки влажные. 2,6 вы говорите? 7 лет мальчику. 7? Вот 2 годика. Ага. А для девочки, может, питание подойдет на 2, да? Подойдет, да. Настя, надо влажные салфетки... И питание детское на 2 годика. Давай попробуем. Не, еще не было. Не, чтобы видно было, вот так типа просто. Просто, ну, снимать. Что, например, если вот так он типа будет, ну, сдалека красиво, он уже все выглядит, mm-hmm. типа. Mm-hmm. А если ее продукт? Да не, ну, чё, блин. Это на двоих вот это. Это вам с собой? Да. Все, я сейчас придумал. Зараз на підготовлено. Не украли, да. Здесь просто еще надо отвечать, типа, понял? Вот в чем прикол, типа. Я просто думал, что он вот так и не встанет, вот так вот здесь. Что ты назад? Вот так, и оно будет так постоянно, типа, снимать. Так ты выдаешь, что все, вот так просто, понял? Давай ты, ну, я не знаю, давай я побегаю, просто буду разговаривать там, что за судьба. Вот в чем прикол. Типа. Ну, давай. Давай. А? Не бойся. Сейчас вони наповнюють, я сніму типу відео. Так щас щоб... вже. Уже щас. Сніми. Ми допомагаємо людям. От у нас так, така тут очередь нуждающимся. А кушать можна заходити? Да. Якщо здесь кушать, заходите. Не переживайте нічого. Это здесь будут кушать? Да, кушать вас. Да, давай. Да, давай, Валюша, пока. Хорошо, позволь.
А я спрашиваю, спрашивайте меня. У вас мне очень нужно делать обещание. Нет. Я сейчас. То, что здесь, это да? Это не нет, это. А одну порцию, ага, я вижу, вижу. Это то, что одна порция кушают здесь, да? Подожди. А, это я понял. А ложка у нас хоть есть одна? Нет. Вот, смотрите, это. Ну, в следующий раз приходите со своей посудой, потому что у нас одноразовой посуды нету. И у меня ложки нету, извините. Так, а можно? Давайте. Крыши чуть не надо. Вы здесь будете кушать, да? Да. Кормим нуждающихся людей обедами. Киев, Левый берег. Ребята. Бульвар Верхнего Совета 17, да? Да. Здесь первое и второе. Ребята, если у кого-то есть какая-то помощь, пожалуйста. Дякую, здоровьячка вам. На здоровье. А у вас? Вы с собой? Можно с собой. А где ваша посуда? Посуда здесь. А, если с собой, то вам надо сюда подойти. Потому что здесь сидят то, кто, ну, здесь то, что люди кушают. Мы хотим, если вы дадите, перелить, да и все. Я понял. Давайте сюда подходите, пожалуйста. Спасибо. Пока человек красиво обслуживает, надо с ним тоже хорошо быть. Правильно, а правильно. Мы уважаем и любим. Мы даже любим. Не то, что... Ой, Виза. А ну, Русик, на, подержи, пожалуйста. Расскажи ребятам, чем мы занимаемся. Ребята, мы занимаемся супом. Рассольничек сегодня приготовили людям. Рагу овощное. Очень вкусно. И салатик с капусточки. Первое. Сейчас вот тоже насыпаем кушать. Оп, хлеб. Что мы запускаем или не запускаем? Ну, людей я вижу. Все, вот так у нас все происходит. Очень много людей, большое количество. Все, этим бабушкам двоем выдаем, да? Следующий, проходите, проходите. По одному, давайте по одному. Там, если можно, супчика больше. Хорошо. Пожалуйста. А то моя лежачая не знает, что вы стараетесь. Проходите вы. Ну, я здесь. Вы здесь будете кушать? Хорошо. Вот здесь встаньте. А вы присаживайтесь где-то. А вы здесь кушаете, присаживайтесь, пожалуйста. Вот можете чуть дальше сесть, вот здесь настоящий. Кормим людей, нуждающихся. Смотрите, какая очередь у нас.
У кого есть какая возможность помочь? Давайте сюда вашу посуду. Вы дали все. Так, а где эта женщина? А, все, я понял. Что, ты видео снял? Да. Вот так еще раз пройди. Слава Богу за Украину, за всех людей, хай Бог благословляет. Ребята, если кто будет здесь кушать, заходите, с детьми проходите в первую очередь. Первый. Да. А вам на работу не требуется? Пока мест нет. Мы благотворительная организация, мы как бы ничего не платим. Пока мест, ну, если надо будет, мы сообщим. По одному. Ты давай, иди сюда. Девочку пропустим. На подсобные работы. Пока мест еще нет. Пока справляемся своими силами. Если, ну, мы пока справляемся своими силами. Если надо будет какая-то помощь, я скажу вам. А это будет обязательно. Так, проходите. Так. Ты уже дала, да? Тебе что-то надо? Да, пока у нас, в принципе, все есть. Есть, да? Да, еще пока у нас все есть. Нет, пятерок, шестерок. Не, не привезли. Не. Почекай, Мишка. Мама, может на днях что-то появится, пока мы... Ну да, я зрозуміла. Да? Может там какие-то питания вот эти детские, они не подходят? Маленькие баночки такие у нас если есть. Да. Пожалуйста. Да? Очень благодарна. Настя, дашь ребенку? Тримай, Миша, это тебе. Тримай. Бери. Скажи спасибо. Тримай, это тебе. Тримай, зайчику. Ух ты. Что вы хотите? Спасибо, Софья. Да, малому три баночки детского питания. Ну там питание по месяцу. Сейчас вам принесу. Я уже 2 недели не могу. Вот это тебе надо, да? Ой, спасибо большое. А может я флеографу не ела? Давайте баночки. Давай вот так. Давай 2 баночки. Помогаем людям, да, нуждающимся. Идем. Не в ту сторону. На выход. Радость. Да. Да? Все. Вот друзья, спасибо. Все. Давай 5. Давай 5. Давай 5. Давай. Ладно. Влад, запускай. Спасибо большое. На здоровье. Помогаем людям, ребята, у кого есть... Ты здесь будешь кушать, да? Заходи. Кто здесь кушает, заходят в первую очередь. Вы проходите, бабушка. Не, ну если подожди, привезут сутки, посмотрим. Давайте сюда. Присаживайтесь, где. Мужчина, что вы хотели? Помогаем людям, которые этого требуют. Кормим людей. Помогаем чем, кому можно. Эти памперсы, влажные салфетки, хлеб. Смотрите, какие очереди у нас.
Люди кушают. На здоровье. Запускай флайер, то, что мы планируем, давайте. Находимся мы в Украине, Киев, левый берег. Здрасте. Давайте. Ага. Мне пока купить каплю одного. Здесь у нас линия раздачи. Дезинфекцию, ручек. Так, первое. Давай, давай, давай. И второе. Снимите кулечек. Супчик у нас сегодня. Жаркое. И салатик. Эксклюзивный. Эксклюзивный. Там капусточка, руккола, горошек, вкусный дрессинг, заправочка такая. Не Настя, а Ксюша. Мы находимся, город Киев, левый берег, БВС 17. Ребята, если у кого-то какая-то есть помощь для пожилых людей, будем очень благодарны, потому что они остались без ничего. Смотрите, какие у нас очередя здесь. Люди требуют хотя бы чего-то. Хотя бы уважения от других людей, которые это могут сделать. Давай, давай, давай. Следующий заходит. Воночку убрали? Да, да. Кто у нас? Привет. Я здесь. Всем приятного аппетита. Кушайте на здоровье. Спасибо. Кушайте. Он меня взяли. Да, сейчас вам принесут. Чем приносят сейчас? Большие? Подошли, да. Большие, да. Хорошо. Здесь у нас линия раздачи такая. Хлеб дайте, пожалуйста, еще один. Один хлеб дайте. Выдаем сегодня супчик. Жаркое, салат, капусточка, руккола. Людям помогаем, вот, ребята, памперсами большими. Чем можем? Спасибо. Чем можем? Спасибо. Чем можем? Здрасте. Здрасте всем. Здрасте, здрасте. Приятного всем аппетита. Приятного аппетита всем. Да, да, да. Возьмите, конечно. Приходите к нам. Приходите. На здоровье. Бери, бери. Помогаем людям, раздаем еду, первое, второе, ребята. Украина, Киев, левый берег, БВС 17. Некоторые кушают здесь, некоторые берут все с собой. Люди приходят с детьми. Те люди, которые остались просто без ничего. Ни работы, ни денег, ни еды. Магазины, частично и товар есть, частично он отсутствует. Помогаем, кому можем. Организовались, у нас есть повара,
люди, которые нам помогают. У кого есть какая-либо возможность, пожалуйста, помогите нам. Требуем продуктов, помощи на продукты. Ланчбоксы. Дайте второго. Черпак где? Черпак где? Сейчас я принесу. Первое, второе, говорю. Тоже надо доить? Да, да, да. Вот, нам ребята передали вот такую питу, спасибо ребятам за помощь, передали нам вот такие боксики. С завтрашнего дня уже будем давать в боксиках еду. Спасибо вам большое, кто нам помогает, вы очень крутые, честно. Потому что в такое тяжелое время не каждый у нас остается людской, так что... Смотрите, какие очереди. Люди приходят, забирают с собой. Вам на двоих, да? Смачно? Украина, Киев, левый берег. Там... А ты сам пришел? Нет. Не? С мамой? Да, она в очереди. А чего? Как тебя зовут? Меня Игорь. Игорь? Пожалуйста, носите чистую посуду. Ребята, а где Игоря мама? Я бабушка. Так зайдите, чего вы здесь стоите? Я там очень стою. Кушайте, уходите к маме. Не, ну... Вам с собой? Самостоятельно. Вам с собой, да? Да. Ага. Это с соседкой. Мы потом открываем. Ага. Так что вы не стоите. Он отдельно просто... А, он даже отдельно очередь стоял? Нет, он не стоял. Да, он так зашел. Вот здесь кушает. А, я понял. Так, вам, да? Помогаем людям, кормим. Украин, Киев, левый берег, БВС. Если у вас есть какая-то возможность нам помочь продуктами, или финансово, на топливо, или продукты. Мы можем это и сами купить. Пожалуйста. Такие у нас очередя, смотрите. С часу до трех кормим людей. Вам банки не надо, мы же вам банки принесли. Не-не, банки нам не надо. Вы, если с собой, ну, вы здесь... Ага. Ага. Ну, я думаю, нам сегодня передали судочки. Может, мы завтра все, ну, прям судочки поместим и будем уже как бы раздавать. Там. Я не знаю, ну, то есть нам что передают, мы все как бы сразу бросаем в обиход, вы понимаете. Сейчас на двоих? А кому? Паспорта у меня есть. Давайте, покажите. Покажите паспорта. Одна девушка ходила, все время брала для подруги, а теперь эта девушка заболела. Вот она, видимо. Вот это вот, приходила и брала. А это какая прописка у нее? Какая? Тампора. Тампора? Конечно. А вот вторая ее подруга, которая вообще не ходит. Для нее все время. Ага.
тем более 3 года. Потом она для нее брала, а теперь сама заболела. Ага, ага. Хорошо, давайте судочки. Давай, хорошо. Я понял, ну вы кушайте, потом это, и мы вам насыпем, хорошо? Я понял. Спасибо вам большое. Я не могу, еле ходим. Хорошо, хорошо. Кормим людей. Ребята, если у кого-то есть какая-то помощь в продуктах питания, для детей памперсы 5-6 размер, для взрослых СКЛКМ-ка, потому что люди, которые к нам приходят, много у них лежачих на домах, они у нас берут памперсы. Памперсы у нас заканчиваются. Если у кого-то есть какая-то либо возможность помочь. Проходите, проходите. Сюда, сюда. Вы забрали уже все? Да. Я хотела спросить, а памперсы можно взять? Элька вам? Не самый большой, чуть меньше. Чуть меньше, хорошо. Или М? После М-ки какой? Или тогда М-ки давайте, потому что большой. Ага, М. Саш, а после Эльки? Элька? Не-не-не, перед Элькой. М-ка, да? М-ку дать вам, хорошо? Да. Нам вот передали, смотрите, вот здесь у нас линия раздачи. Там у нас суп, второе, салат. Ребята все помогают нам. Здесь вот у нас есть и памперсы для взрослых. Выдаем по 2-3 штучки, потому что осталось их немного. Если у кого-то либо есть какая-то возможность нам помочь. Мы находимся в Украине, город Киев, левый берег. Пожалуйста. Будем рады любой помощи. Заходите. Человек, открывайте баночку. А вы для кого-то берете? Да, для кого-то. 2 пенсионера за 80 и 1 инвалид. Вот паспорт. Вот. Открывать, я просто не надавали. Ну хорошо, давайте. Вот три человека, да? Да, вы сами берите, что вам удобно, я не знаю. Они все разные, да? Нет, все в одно место. А, это все в одно место? Да, можно в одну банку. А прописка какая? Перова? Это, значит, объясняю. Вот это две сестры, видите, у них фамилия. Она не встает 10 лет, она ухаживает за ней, сестра. Ага. И ей уже за 80 лет. Это где-то рядышком? Да, вот через два дома. Угу. И вот сестра ухаживает за второй сестрой. Хорошо, это инвалид эпилепсии у меня. Вы тоже ему занесете, да? Да. Ага. Откройте будете. Хорошо. Не, вот это. Вот наився? Трошки, да. Трошки, да? Подпоив. Дякую, Дана. Дякую вам. Приємного вам, дівчат. Куди стріму? Стрім TikTok. А я намагаюся набрати 1000 підписників, але виходить дуже важко. Давай ще раз. У вас нету с собой посуды? Хорошо, хорошо, мы вас накормим. На двоих здесь, да? На двоих. Хорошо. Хорошо. Вот здесь у нас линия раздачи. Вот здесь попросили для двоих. И один здесь будет в нашей посуде кушать. Пожалуйста. Вот там дядя, который стоит. Да. Это на двоих? А это какой? А кому это? Сейчас я спрошу. Здрасте,
объясните, что вы хотели? Мне что-то покушать. Я первый раз инвалид второй группы, я попросил у меня. Ага, с собой просто... Я хлеб, вот что-то такое, что я могу унести, у меня нет. Ну, такого. С собой, я понял, мы дадим... Спасибо. Два обеда, да? Два? Сколько у вас счет? Я один. А, вы один? Ну, значит, одну порцию завтра придете тогда в то же время. Я же не прошу две. Хорошо, я хорошо. За одну. А, хорошо, хорошо. Не переживайте. Одну порцию в нашу посуду. Скажите, а хлеб? Там хлеб есть. Настя, пару кусочков хлеба ему. Кто это? Вот это? Да. Кого это на двоих? Два человека. Это вот это два человека? Да, два. Кому это? Ага. Так, это ваше, правильно? Сейчас я вам еще баночку принесу. Помогаем людям. Второе там все сюда. И это забежишь. Ну сейчас, сейчас. Ага, все. Там есть салат. Второе. Хлеба положила ему? Салат. Спасибо, храни Господь. На здоровье. До трех, да? Да, да, приходите спасибо. Завтра. Спасибо. Мы кормим людей, которые нуждаются, инвалиды. Развозим людям еду, которые не могут выходить к нам. Помогаем, чем можем. Просьба всех желающих присоединиться к нам. Могут помогать как угодно. Пожалуйста, ребята. Мы находимся Украина, Киев, левый берег. Мужчина шапка там упала. Дедушка, у вас шапочка упала. Шапочка упала. Проходите, проходите. Люди нуждаются в вашей поддержке, ребята. Мы готовим для них первое, второе. Салат. У кого есть какая помощь, нам нужны для детей памперсы, желательно 5-6 размер, памперсы для взрослых. Мы находимся в Киеве, левый берег, БВС. Так что, у кого есть такая возможность, пожалуйста. Ну они баночки там сами пооткрывают. Сейчас у вас придут, просто заберут их. Ребята, мы кормим людей, которые в этом нуждаются. Суп, второе, салат. Очень много желающих. По продуктам, если у кого-то есть какая-либо помощь или в топливе, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными. Здесь вот у нас такая линия раздачи. Второе. Помогают все как могут. У нас есть команда. Команда, вот командир еще этой команды. Так. Девочки, мальчики, женщины. Все помогают по возможности. Мы самоорганизовались и делаем такую помощь для людей. Украина, левый берег, БВС. У кого есть какая-либо помощь, мы можем передать людям или же с этого приготовить.
и покормить людей, которые остались и нуждаются в этом. Ребята, пожалуйста, у кого есть какая помощь? Люди остались без еды, без работы, без денег. У них дети, у них лежачие дома. Памперсы вам какие нужны? Большие? И вам надо? Хорошо, сейчас. Три, да, ему? Да. Ты можешь дать пойти? Людям требуются памперсы. Вот подтвердите, что вам надо памперсы. У нас остались там чуть-чуть эльки размеров. Есть эмочка и эсочка. Ну, если у кого есть возможность нам передать эль, памперсы. Нам памперсы нужны для деток. 5-6 размер. Для старых людей. Тут дуже багато людей. Ми знаходимося Україна, Київ, Лівий берег, БВС 17. У кого есть какая помощь, пожалуйста, помогите, чем можете, не оставайтесь безразличными. Люди нуждаются. Проходите. А там должен быть пакет. Сейчас. Я посмотрю. Сейчас. Вот. Вот, видите, у нас последний пакет эльки остался. Есть эска и эмка. Смотрите, вот так, ребята здесь работают. Нам нужна посуда с собой, если при возможности. Одноразовые вилки, ложки. Нам передают, вот здесь вот нам даже хлеб передают. Наши тоже ребята-волонтеры на другой точке пекут его. Так что вот такая пита, вообще обалденная, вкусная очень. Давай я тебе помогу. Так что, ребята, у кого есть какая-либо помощь, для бабушек и дедушек, которые остались сами. Они просто инвалиды. Они без нас, ну, просто не выживут. Смотрите, вам три памперса и вам. Мне сказали, для маленьких деток какую-то помощь дают. Ну, памперсы. Встаньте здесь, пожалуйста. А сколько ребенку? 7 месяцев. 7 месяцев? Да. Это памперсы какого размера? Троечка. Троечка, да, нужна? Есть детское питание еще. Это до года, да? Да, до года. Единичка. Да. И в баночках. Надо? Да. Надо? Хорошо, сейчас. Мы помогаем всем при возможности. Вот у нас то, что нам передали для деток. Вот смотрите, я вот просто при вас это сейчас. Настя, ты можешь мне помочь сейчас? Или ты там что-то занята, да, немножко? Так, вот она просит. Единичка, детское питание. Мы дадим еще ей салфеточки влажные. Сейчас вот эти баночки дадим. Так, и нам надо троечка, вот троечка, вот эту вот троечку мы сейчас ей дадим. Помогаем, чем можем. Эту нам помощь передали тоже наши знакомые девочки. Мы находимся в Киеве, Левый берег, БВС. У кого есть какая помощь, при желании, при возможности, будем рады любой помощи. А у вас есть какие-то документы, которые... А вон моя мама, вон с коляской стоит. Ой, сейчас. Хорошо. Это вот свидетельство надо было, рождение. Ну давайте, ну, тут точно ваша мама? Да, угу. Точно.
показать? Давайте. Давайте. Давайте банку. Ну, нам бы хотя бы желательно было сфотографировать. Влад, мы можем пойти сейчас с женщиной? Вот там женщина с коляской, сфотографируем вот это все. Хорошо? Да, хорошо. Ну, вы под... Ты пойдешь. Давай, давайте берите это все и пошлите вместе. А ну, открывай. Помогаем людям. Вот смотрите, сколько их еще осталось. Просто нереально. Так, это... Спасибо вам большое. Все, приходите к нам, если вам нужна будет помощь какая-то. Так, быстро. Вы здесь будете кушать? Да, присаживайтесь за стол. Как хотите, можете здесь, можете с собой. Будете стесняться? Да. Нет? Будете здесь кушать? Будем ты тут есть. Будешь есть ты тут? Присаживайтесь он за стол. До дому, да? Хорошо, давайте вас девочка возьмет у вас посуду. Дай наши боксы, ладно. Настя, дай наши боксы какие-то. Вам на троих, правильно? Ну и мне. На четверых, да? Да, на четыре с собой в наши боксы можно положить, пожалуйста? И дай детям какое-то печенье там. Вот там посованное. Да. Но? Давайте, там их вообще трое, дайте три печенья. Три пакетика печенья. Четыре порции с собой в нашу посуду. Да. Доставайте, открывайте посуду. Можете здесь иметь. А можешь, если помещается, то все вместе. Это вам передали, чтобы вы хотя бы покушали. Спасибо. Ребята, Киев, Левый берег, пожалуйста, требуют люди помощи, хотя бы в питании. У кого есть какая-либо возможность, пожалуйста. Нам нужны продукты, нам нужно при возможности топливо, потому что мы постоянно ездим, развозим еду, покупаем еду. Очень много людей лежачих. Вот приходят ребята, показывают паспорта, они реально инвалиды. Мы здесь уже БВС. Здесь такое, конечно, пожилых очень много людей. Вот здесь у нас такая линия раздачи. Сегодня мы даем первое, второе, салат. В одну или две? С собой на четверых можешь в одну положить, они уже там раскидают. Дима, на. Это детям? Второй. Да? Памперсы, эмочка. Сейчас, сейчас. Эмочка, да. Да, да, сейчас я вам дам. Так, сейчас буду вам. Стремочки, память. Ага. Да, я же иду же смотреть. Вот, Леон. Так, вы приходите с собой одноразовой какой-то посудой, ну, которую мы можем закрыть. А, вы где-то рядышком здесь живете? Да. А, хорошо. Как у вас вообще дела?
Держитесь? Ой. Бывает, да? Вот такая сложившаяся ситуация, конечно. Пожалуйста, открывайте. Люди стоят в очереди со своей одноразовой посудой, потому что у нас ее нехватка. Всю посуду, которая была, мы уже раздали. Поэтому у кого есть помощь с одноразовой посудой, приятно. Вы уже дали, да? Нет. Не давали ничего? Давайте боксики. А, я дала. А, я понял, я понял. Куда, куда? Что вы хотите? Ну дайте свою, на нашу посуду дайте. Давай еще. Дедушка, вы здесь будете кушать? Да. На здоровье. Вы здесь будете кушать? Извините за наглость, полотенце бумажное, можно один или нельзя? Ну я вам дам сейчас. Спасибо. Второе, пожалуйста. Саня, а вы мамаше то я отложил, которое она дает? Я не знаю, я приобрел. То, что она приносит, а я ж уже отдал. Отдал, да. Разве что бабушке мы не давали. Забрала? Кто, что? Кто будет пить, а это будет кушать. Ну, вилочку дай. Смотрите, вот там. Все, спасибо большое. Я хранила. А вы даете какую-то бумагу? Да, нет. Ничего такого. А памперсы? Памперсы кому? Вам надо? Да. Какой вам размер? Ну где-то 46-48. Ну это М-ка или С-ка? Смотрите, у нас просто приходят с одноразовой посудой своей. И поэтому у нас нету ни вилок, вот это последние вилки, последние боксы, которые, ну, мы при возможности даем. С-ка? Или М-ка? М-ка, я понял. Выйди. Первое, второе. Я понял. Хорошо. Ты еще один снимешь? Не, Саш, ты поможешь походить, там постоять, поснимать это все, рассказывать, чем мы занимаемся. Женщина просила панкерсы. Доброго дня. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Дякую вам велике. Смачно годують? Дуже смачно, дуже. Дякую. То заходьте вам ще. Дуже дякую вам. Дуже-дуже. Чого я? Давай. Дед, я... Дедушка. Дед. Дед. МКС. Не пугайтесь, какой нет. На двоих? Нет, одна. Какой? Второй, первый? Нет, мне так от того. Ви далі сутки? Нема пакету? Вже нема пакету. Я можу дати заходження. Памперси дають ще взрослі. Анастасия. Спасибо большое. Сергей Петрович. Доброго дня. Ще трохи залишилось.
Вы дали же ссылочку? Заходите. Олег, иди. Заходите. Я вже вас їла, а це цей парень такий вредний. Ще не пробував, так? Тут на бок. Да, вам доставайте і відкривайте. Ось що ще баночка, дивіться, там мітеречку на двох. Є баночка? А це ми, ну виконали, це від з мамою. Там мама така буйна, а ще й не слухає. Кажу, там кормять, поїсти. Мама буйна, їм там сусіди щось приносять, це таке діло. Навіть я їм занесу. Хорошо, а я на нього оторне. Ну ви поняли, ну якщо є можливість поїсти, взяти, це таке діло. Пані, прошу. Все, дякую вам, здоров'я. Це наш су-шеф Олександр. Он же по совместительству официант. Это консьерж. Он же администратор заведения. После войны директор. После войны. Дивись, что у него есть? Только я боюсь, чтобы ты его не зробился. Ничего не сделал. Не-не, он закрывается хорошо. Это в тебе в дворе кожа. Это не десь надо ехать. Ребята стараются. Насыпают, бегают. Волонтер, это наши волонтеры. Это Руслан, Славик и Ксюша. Молодцы, которые всех кормят привет. Всех. Каждый и Тамарочка день, наша. Каждый день по 150 человек, молодцы. Волонтер, ты меня называешь. Все, ребята, всем спасибо, мы все почти все раздали. Ура! Слава Богу! Все раздали уже, да? Да, посмотрите. Всего лишь прошло 150 30 человек. Минут. 30 минут. А, 170. 170 человек накормили за 35 минут. Женщины. Запросы растут, а еда заканчивается. Кому интересно, помощь там надо, помочь нам, звоните, пишите на этот контакт. Заходите. Баночки. Доброго дня! Так баночки давай. И скорую сейчас накормим. Люди тоже есть хотят. Так, ну смотри, не трогай. А? Для лежачей женщины. Прекрасная погода сегодня, хоть люди не мерзнут уже на улице стоя. Обслуживание на высшем уровне. Александр, как ваше настроение? Сегодня еще раз повторяюсь, как предыдущие 10 дней, этот день мы прожили не зря. Вот мы дали нуждающимся то, что нужно. Ну, разные люди приходят. Люди приходят с ограничениями физическими, то есть больные люди приходят, неимущие. И я же говорю, этим самым еще раз подтверждаю, что сегодня мы день прожили не зря. Так что, ребята. Спасибо вам, Александр, спасибо. Ну что, ребят, сегодня мы будем с вами прощаться, будем готовиться к завтрашнему дню. Завтра будет еще немного больше людей. Всем пока!